Илья Захаров вновь стал призером по прыжкам с трехметрового трамплина. В паре с Евгением Кузнецовым наш земляк завоевал золотую медаль. Подробнее об этом, а также о других событиях саратовского спорта расскажет наш спортивный обозреватель Александр Филин. Вам слово, Александр. Спасибо, Елена. 24 августа в Берлине завершился 32-й чемпионат Европы по водным видам спорта. Илья Захаров и Евгений Кузнецов в парных прыжках с трехметрового трамплина опередили Патрика Хаустинга и Стефана Фека из Германии более чем на 20 баллов. Бронзу взяла пара из Украины – Александр Горшковозов и Илья Кваша. Отмечу, что Илья и Евгений уже четвертый год подряд становятся золотыми медалистами чемпионата Европы в этом виде спорта. Не порадовали болельщиков футболисты «Сокола». 24 августа саратовцы сыграли очередной выездной матч в рамках чемпионата футбольной национальной лиги. Встреча состоялась с футболистами из Ленинградской области, командой «Тосно». Счет на 64-й минуте открыл игрок хозяев Кантемир Берхамов. Через несколько минут с поля был удален нападающий «Сокола» Евгений Павлов за вторую желтую карточку. На 77-й минуте наш игрок Михаил Козлов забил гол хозяевам поля, таким образом сравняв счет. В остальное время футболисты «Сокола» пытались удержать ничью, но на 89-й минуте пропустили мяч. Игра закончилась со счетом 1-2 в пользу ленинградского «Тосно». Следующую встречу «Сокол» проведет 30 августа в Ульяновске в рамках 1/32 финала Кубка России. Саратовцы сыграют с местной командой «Волга». Маргарита Гончарова из Вольска установила 2 новых мировых рекорда и выиграла 4 золота на чемпионате Европы по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Маргарита на секунду улучшила мировой рекорд Сони Мансур из Туниса на дистанции 400 метров, таким образом установив новый. Наша спортсменка стала и рекордсменкой Европы. Маргарита Гончарова установила и мировой рекорд в эстафете 4 по 100 метров. Кроме золотых медалей в рекордных дисциплинах, спортсменка выиграла также 100-метровку и прыжки в длину. На сегодня это все о спорте. Каких успехов добьются саратовцы на мировых и российских соревнованиях, я расскажу вам в следующем выпуске программы. Елена. Спасибо, Александр.